В этом выпуске: удвоил ставки, мастер штурма, метко промахнулся, кому нужны пулеметы, сам себе артиллерия. Начинаем Thunder Show. Сбить реактивный самолет неуправляемой ракетой – задачка непростая. Но Никса War Thunder Action смог забрать сразу два свистка одним залпом ракет. И нет, не с помощью взрывной волны одной из них. Произошло два отдельных попадания, причем на приличном расстоянии друг от друга. Такого мы еще не видели. За этот видос мы с радостью отсыпем 5000 орлов. Поздравляем! Развивая тему сверхточных попаданий, наш следующий участник MJ смог отличиться в деле ракетной штурмовки в аркаде. Этот пилот не промахивается. За один заход он умудрился набить аж 4 фрага. Впечатляющий навык стрельбы, достойный попадания в Thunder Show. И, конечно же, золотых орлов. MJ, жди, скоро зачислим. Следующий участник, Сликинсон, занимался обеспечением зенитного прикрытия своей команде. Конечно, с темпом стрельбы и как у М-19 попадать в мелкие быстролетящие цели непросто. Но уж по здоровенному немецкому двухмоторнику наш герой не промазал. От 40-миллиметрового снаряда такого взрыва быть не должно. Давайте взглянем еще раз, только поближе. Да, Сликинсон, всем бы таких промахов. 5000 орлов твои, так держать. Для истребителей и штурмовиков основным инструментом борьбы с самолетами являются пулеметы и пушки. Но не для Алексея Лешукова. Попытавшись сбить вражеского бобра из пулеметов, он остался крайне недоволен произведенным эффектом и перешел на аргументы посолиднее — ракеты. Спустя некоторое время по его душу прилетает вражеский мессер, и уж с ним-то он справляется с помощью... бомбы? Ребята, ему вообще нужно курсовое вооружение? А вот орлы нужны всем, особенно победителям Thunder Show. Последний на сегодня видос прислал Фреки Танк Драйвер. Парень поднаторел в стрельбе из крупнокалиберных фугасниц и готов продемонстрировать мастерство на деле. На карте Польши он умудрился пару раз очень метко закинуть снаряд через озеро, прямиком во вражеские танки. Вишенкой на торте стал самый последний выстрел, ведь он пришелся прямо в центр кучки из 3 машин, которые дружно лопнули от взрыва снаряда. И принесли автору 5000 орлов. Хороший результат.